Якщо ви не задоволені своїм кольором волосся, але змінювати його кардинально не бажаєте, є ідеальний варіант – мелірування. Про усі тонкощі цього процесу розкаже наш експерт. Визуально увеличивает объем, придает волосам нужный оттенок, делает облик ярче и интереснее. Все эти чудеса творит мелирование. Оно идеально подойдет тем людям, которые не хотят травмировать волосы полным осветлением. Сейчас существует очень много способов неконтрастного мелирования. И сегодня мы поговорим об основных. Я сейчас разделю волосы на зоны по классической схеме. И смещаю немножко деление влево, чтобы захватить естественно распадающийся пробор. Так как у Елены тонкие волосы, то прядки мы будем набирать не очень мелкие. Для того, чтобы волосы были как можно более живыми, я с обесцвечивающим порошком взял минимальный процент окислителя – 3%. Краски нужно наносить столько, чтобы прядь была покрыта полностью. Заворачиваем ее в фольгу, стараясь случайно не задеть соседние пряди. Важно помнить, чем толще прядки, тем больше должно быть расстояние между ними. Этот способ мелирования, который я сейчас делаю, я назвал соблазняющий. Есть еще два варианта современного мелирования. Один из них я назвал омолаживающий. Это когда осветляются прядки, а также осветляется общий фон без аммиачным красителем. И еще один из способов современного мелирования, самый простейший, это когда создается эффект просто выгоревших волос на солнце. Этот способ я называю освежающий. Так как у Елены у нас карие глаза, то общий фон мы окрашиваем в коричнево-медный цвет. Точно в такой же цвет мы окрасим ее осветленные пряди, но на более светлом уровне. Безаммиачную краску мы выдерживаем 20 минут. После этого, в первую очередь, мы должны смыть темный цвет пряди. Необходимо полностью смыть всю краску, иначе она продолжит действовать. Все современные методы мелирования очень хорошо смотрятся на модных ныне завитках и волнах. Что нужно знать по уходу за волосами? Если осветленных прядок у вас больше, чем своих на волосах, то нужно пользоваться средствами для блонда. Чем всегда привлекательно мелирование, это тем, что когда отрастают свои волосы, не видно границы отрастания. Плюс это игра солнечных лучиков на ваших волосах. Блеск, густота и пышность.